Здесь, короче, кстати, я так понял, здесь вообще этот любые себе коллекции можешь этого собирать вещей. В смысле, а мне же это, она дает эту как Там, силу. короче, а вот да, а там, Она короче, эти убавляется. вещи можно, а там можно эти вещи, короче, прокачивать через другие вещи, типа соединять их, короче. Вот, и то есть ты можешь просто, сейчас я тебе покажу там. В коллекции надо будет зайти, просто выберешь какая-то, которая тебе коллекция больше понравится и какое у тебя собранное. Просто тебе ее до конца надо собирать, надо будет и все. И потом просто ее прокачивать можно до максимальной силы. Ну, сейчас посмотрим. То есть, типа, не разные, просто вещи разных коллекций, и у них у всех разная сила. А можно, типа, ну, типа, одной коллекции, типа, как это, один костюм, короче, чтобы не ото всех разных, ну, типа, разные вещи, а, типа, один костюм. Прикольно. И его просто потом прокачиваешь. Что-то я так не хочу тратить на прокачку, там что-то какие-то эти нужны, вот, типа, это, улучшения, но у меня их 6 штук, и я что-то думаю, ну нафиг. Что-то они как-то сложно зарабатываются. Блин, а может я все потратил, уже фиг знает. Что-то я там на... Да нет, там улучшать нет, навряд ли ты улучшал. Там, чтобы найти эти функции, мне тоже надо было постараться. Полазить в игре, на все кнопки понажимать. А, это отдельная кнопка, что ли, какая? Ну, там есть типа информация, и там перки, короче, у твоих этих есть, у твоей брони, у твоего оружия. И там вот есть как раз вот это слияние, есть еще всякие бонусы, короче, там самому можно выбирать все. Чтобы, допустим, по тебе меньше урон проходил, допустим, от слабых, от сильных персонажей. Там вообще всякие разные перки есть. Наш склад полон. Там есть Помощь тяжелая, нужна. легкая броня. Ну, сейчас я тебе зайду в коллекцию, сам посмотришь. Ну, для твоего персонажа я не знаю, но для моего есть легкая, тяжелая броня. Еще какая-то там броня Так, есть. мне торговца оружием надо найти. Вот ты, Наша да, к нему победа. сейчас... Нет, ты к этому, к ректар ходишь. Да, вот к тому типу. А, точно, Да, вот у оружейник. него. Вижу у тебя. Да, Банши 44. Приступим. Да. Ковальский находит предмет наслаждения в страдании. У меня, кстати, тоже это задание есть, наслаждение в страдании. Или уже нету, или я его выполнил. Посмотрим, может есть. О, у меня вот добивающий прием какой-то новый появился. Поставишь его. Артиф. Блин, а у меня нету, что ли, этого задания уже? Зал трофеев. Добивающий кулак. А, я, походу, уже выполнил это задание. Но оно, я помню, у меня было. Сейчас я пойду туда заберу вещи у почтмейстера. Страж, я знаю, что тебе нужно. У меня тут всяких броников, дофигища, всякого оружия. Мне Каждый уже это носит оружие свою пихать девайс или некуда. душ вовек. Возможно, мы не в такой безопасности, как нам кажется. Обмотки. Хочешь послушать музыку, пока мы работаем? Спутанный паутины, плащ чужеземца, боевой богомол. Блин, столько всего есть, ладно. Че, все, взял у него задание? Да, Или что там, сейчас. что, поговорил с ним? А Анна Брейн, ты не знаешь, где? Серафит какой-то Она наблюдает. на Марсе, по-моему. Адевриум Кей. Он на Земле. Че, туда слетаем тогда? Мне это все отдать надо. Вот Канни Брейн тогда на Марс. Стой, подожди, давайте по это покажу, может возьмешь себе это. Пошли за мной. Торговца этого секретного. Он типа не отмечается на... Ну, типа здесь на карте. Да ладно, ты его сам нашел, что ли? Ну, и типа тут я узнал то, что есть, типа, эти
каждую неделю он, короче, в разных местах, на разных планетах появляется. Вот, я посмотрел у чувака, где, типа, ага. этот тип появился на этой неделе. Там для твоего точно этого есть. Вот он стоит. Тут для твоего персонажа есть. У меня есть вопросы. Я постараюсь на них ответить. Девяти тут, короче, твоя доблесть. Пепельный обряд рукавицы у него экзотические есть. А, тут мне нужны легендарные осколки, да, у тебя их, скорее всего, это нету. Это принадлежало девяти. Требуется теперь класс Титан. Тебе. Ну, короче, вот у него для тебя перчатки есть экзотические. Но я пока это не могу. У тебя нету осколков этих, не хватает, да? Легендарные осколки вообще ноль. А, ну вот, да. У меня есть они, но, типа, я... Ну, тут нету таких этих вещей, чтобы... Чё, на Марс, короче, тогда? Мне... Да. Сила тяготеет к силе. Думаю, поэтому ты... Только Анна Брейн там надо посмотреть, куда ближе-то телепортнуться. А у тебя Марс-то открыт? Да. А, ну нормально. А вот её чё-то я не могу найти, эту Анну Брейн. Здесь. Она есть, есть она, есть. А где? Комплекс технологий будущего, зона высадки. Вот там она стоит. Ты, скорее всего, у тебя какая зона высадки на Марсе? А, вот, ты все уже запустил. Она у тебя прям подписана была, Анна Брейн? Да. Фига ты, скорее всего, просто ни разу не был на этой планете, скорее всего. Ты еще ни разу просто на этой планете не был. На Марсе был, я уже проходил там миссии. Ну тогда я фиг его знает почему. Но у меня она там сейчас стоит. Я прям на Марс зашел, и она у меня там есть. У тебя прям написано на Брейн, да? Да. Может, у меня есть. Я сам ее искал. Типа, у меня еще не был Марс открыт, но у меня было два задания для нее. Вот, и мне когда Марс открыл, к ней туда сгонял, она там стояла. Че, у тебя еще какие-нибудь там суперспособности есть? Да здесь вообще что угодно можно менять. Здесь типа ты сам можешь свою суперспособность выбрать, здесь ее не это. Ну, типа ее выбивать не нужно. У тебя там три класса твои супер, еще и три подкласса, блин, у этой суперспособности, короче, там дофига всего. Так, а где это Анна Брейн? Ты прилетел уже? Да. Нахрена ты быстрый. А, все, я сейчас тоже прилечу. Сейчас я должен буду появиться. Следующий мир у тут меня. Тут битва идет какая-то. Ну, это эти задания у флага. Я ведь правильно на том пути иду. Да, ты около нее еще стоишь. По идее. Если. Ну, что там должна быть. Блин, не с той стороны зашел. Вот я сейчас у нее. Сверху она. А как ты в здание заходил, да? Да, 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 да. Ага, вот. Как задело, страж. Ты знаешь поговорку «бойся своих желаний»? Она постоянно крутится у меня в голове с тех пор, как Распутин запустил новую сеть военных спутников, подчиненных ему. Я должна испугаться, как любой разумный человек, но я... Так, и еще надо.
Деврюм Кея надо найти. Он на земле, говоришь, да? Да, да. Чё, потели? Ненавижу кабал. У тебя, кстати, на F1 нажми. Ага. У тебя открылся твой персонаж. И вот сверху у тебя есть тут клан и коллекции есть. Вот да. Зайди в коллекции. Ага. В коллекции. Сейчас у меня коллекции загрузится. Видишь, тут слева есть иконки экзотическое снаряжение, оружие, броня. Вот у меня вот оружие техника, мигает. И оболочка призрака мигает. Может, тебе просто что-то новое выпало. Или просто они рандомно. Ну, чё... короче, в броню. Да, заходишь? Ага. Уже освоился на Марсе? Вот, например, открытый мир. Выбираешь на своем персонаже. И листаешь. Знаю, вот тут и есть все броники, типа все коллекции брони. Но беспокоиться вот. Не стоит. И он собираешь себе целую помочь. Коллекцию. А их открываешь, типа, да? Да, вот, ну, выполняешь всякие задания и эти. Ну, короче, они рандомно выпадают отовсюду. Можно пойти, например, на какой-нибудь рейд или что-то типа того. Короче, куда-то пойти, и там, если вещи будут выпадать, то вот эти вот вещи могут выпасть. Оружейный материал какие-то надо. А где? Ну вот я зашел, вот в оружие. А, в оружие ты зашел. Да, и оружейный материал надо. Потому что ты его разобрал, наверное, уже. И вот, чтобы заново собрать, тебе нужны оружейные материалы. Это когда ты оружие разбираешь, тебе дают оружейные материалы. Оружие тут можно, да, все посмотреть, которые типа сереньким, значит, ты не нашел. А если зелененьким, то ты его уже нашел, и типа можешь, если ты его разобрал случайно, можешь обратно его собрать, получить вновь можно. А-а-а. Только нужно три оружейных материала. Да-да-да, вот их у меня нету. Ну, понятно. Ну, когда разбираешь лишнее оружие, которое не нужно. А мне можно вот вернуть базуку, которая изначально была, нет? Вот мне меч собрать нужен, ее обратно. Вот нафиг он мне нужен, как его вот убрать? Разбери его. Если я разберу, если его разберу, то у меня сила уменьшится. Если я что-то пропустил. Вот я базуку взял, 798 силы теперь. А было до этого 801. Выбирай оружие, с которым ты будешь играть, а остальные разбирай. А, все. Во, пулемет, ну, по да. сути, их же тоже можно прокачивать оружие, типа, ну и все, не разбирай, оставь чуть-чуть. Тут их тоже можно синтезировать, эти пушки все. Короче, из более фигового, если ты более крутое нашел, а если тебе, допустим, более по силе, короче, они. Так-то у тебя оружие, может, крутое, но силы у него мало, потому, ну, не знаю, от чего это зависит. Модуль улучшения нужен. У меня вот 6 штук модулей, ну и типа, их так мало что-то у меня. Я ни броник себе нормально не могу прокачать на 6 штук. Получше. У меня арбалет, кстати, есть. А, нет, это боевой лук. 869 вот сил. У меня 5 силы убавилось. Ничего страшного уже, да? Я так понимаю. Mm-mm. Чем нравится, тем можешь играть. Распутин, по сути, это оружие можно вообще до 960. Шучу. То есть, вот, допустим, оружие, у которого сейчас, допустим, 100 силы, ты можешь прокачать до 900, если кабал. У тебя там прокатчик вот этих до хрена. То есть и броник также, если у тебя там 700 силы на броне, то ты можешь ее... Тут максимальная сила в игре 960. Можно, короче, до 960 можно прокачать, походу. А вот смотри, вот я когда меняю оружие, вот у меня есть синего... Тут на оружие выбираю синие ячейки, есть зеленая и одна фиолетовая. Это что значит, не знаешь? А, это типа по редкости. Зеленые это необычные, синие это редкие, а фиолетовые это легендарки. Есть еще экзотики. Экзотики это типа самые редкие эти оружия в игре, самые крутые, короче. Но их только можно... Вот, допустим, есть экзотическая броня, есть экзотическое оружие. Ты можешь одно экзотическое оружие только взять, например, там автомат или вот базуку, там, допустим, если есть это экзотическое. И одну броню, короче, можешь экзотическую поставить. Уже то есть ты не можешь всю экзотическую броню помочь? Собрать. То есть можно только одну. Все лучше фиолетовое, да? Так-то ставить получается. Не, ну одну экзотическую надо. Но фиолетовое это, да, легендарки. Просто они у тебя, может быть, слабые. Можно найти вообще... Ну, типа, самое помойное оружие, у него силы будет больше, чем у тебя у легендарки, потому что она у тебя просто не прокачана. Понятно. Ну, лучше... Короче, это все надо дело прокачивать.
Только вот где найти вот эти вот прокачки? У меня вот 6 штук есть прокачек, но я пока не хочу их тратить, потому что я еще не определился. Я сейчас волью не в то, а потом пожалею об этом. А где прокачки эти? Я что-то не вижу. Распутин предвидел твое возвращение. Вот, допустим, на броне, вот ты вот когда наводишь на свою броню, у тебя есть информация о ней, если ты правой кнопкой мыши нажимаешь. Вот. И есть, короче, отдельная вкладка синтез. А, энергия, вот. Да? Не-не-не, не где энергия, а где чуть ниже синтез. Ага. Вкладка синтез. И вот у тебя есть, которые подсвечиваются, ты можешь, короче, их прокачать. А те, которые сереньким горит, его слишком низкий уровень силы, короче, еще красный там это горит. А, ну да, смотри-ка, я могу что-то прокачать. Вот видишь, еще модуль улучшения нужен. У тебя их сколько? Есть сколько-нибудь? А где они посмотреть-то? Внизу, вот когда ты вот на синтез наводишь, внизу у тебя появляются броники, из которых ты, ну как бы, вот на которые на тебе сейчас броня, и вот которые вот появляются в этой вкладке в синтезе, ты как бы, блин, как это сложно, вливаешь, ну как, типа с друг другом их соединяешь, вот короче, у меня модуль крутой. 3 из одного есть модуль улучшения, у меня 3 модуля. 3. А, вот ты можешь 3 раза прокачать, 1. Значит. На да, ты можешь, значит, 3 типа, раза. Да, слушай, это модуль улучшения, бонус, короче. Бонус оружия тут, типа, что ты делаешь, прицел. Да, это вот все, это, да, можно все это прокачивать. Но им не удастся. Тут есть, видишь, энергия у тебя. Вот. Эту энергию тоже можно, если ты энергию... Тут, короче, каждая ячейка, пустая ячейка модификатора. Видишь, у тебя есть модификаторы, короче. Так, подожди. Где рядом с синтезом у тебя ячейки модификатора есть. Вот на броне у меня 3 штуки есть. Ну да, ну и на оружие, пустая скорее всего, так модификатор, же. Да. И вот на эти, в эти ячейки ты, ну как бы, они занимают твою энергию, если посмотреть, короче, у тебя есть какие-то модификаторы. Вот. Легкость, то есть, допустим, затрата энергии 1. Легкость винтовок, легкость маловесового это оружия. Место видало деньки и ты на оружие смотришь сейчас? Нет. Броня я для просто ног. На броне смотрю. А, ты на броне для ног смотришь. Я тоже, наверное, пока прокачивать не буду, ладно. Выбери просто себе этот в коллекциях, посмотри броники, которые у тебя уже собраны. Может, у тебя есть там хотя бы, ну, парочку, хотя бы чуть-чуть собранной коллекции. А ну, как в коллекции посмотреть? Зайдешь, вот в коллекции заходишь из персонажа, ага. Открываешь броню, открыл. Допустим, вот открытый мир открываешь для своего персонажа, для Титана у тебя ага. Получается. У меня для Охотника открытый мир, вот, и выбираешь себе любую... Этот, ну, который у тебя светится, ты уже нашел. Да, а, найдено предметов, знак вопроса стоит. Сейчас, это Титан, открытый мир. Вот у тебя, допустим, первый шлем из первой вкладки, это шлем... Набор спутанная паутина у меня вот есть. 2 из 5. А, еще набор спасателя, 3 из 5. А где ты... Набор спасателя, где он у тебя есть? Он последний. Сам последний. А, поножный спасатель. О, ну да, набор спасателя. Самый последний он. Я не могу найти почему-то. Набор... Ну, вот Титан и вправо прям листаешь до конца. Нажимаешь Титан и вправо до конца листаешь. Ну вот, я Титан, а ты открытый мир, да, у тебя? Да. Я твердо верю, стоит. Что Распутин да. Может принести добро. Нам просто нужно довериться ему. И в ответ он доверится. Да, вот, набор спасателя, да. Это у тебя тяжелая броня Титана. Вот, и, короче, например, если, ну, смотришь, в какой у тебя есть коллекции новости. Больше всех найдено. И можешь ага. С этой коллекцией, типа, бегать. Ну, начинать ее, типа, собирать. Да? То есть вот у меня получается набор вот эта последняя коллекция полностью собрана. Ну не полностью, 3 из 5. У тебя она полностью? 3 из 5. Вот ее можешь все шмотки надеть, если они у тебя сейчас в инвентаре есть, от этой коллекции. Вот, допустим, ее начать просто прокачивать. Вот, допустим, вот эти вот модули улучшения. Можешь их типа влить в эту броню, например. Я типа тоже, вот наверное, шлем сейчас... фиолетовый, вот он... все фиолетово одеть вот это, да? Угу, легендарные. Надо, блин, смотреть, то есть шлем. Распутин а, шлем спасателя. Из заметного числа стражей броня в некоем месте ног. На земле под названием Плач. Как ни странно, боевые действия там почти не велись.
У меня потому что тоже, вот если ты зайдешь в Охотник, Открытый мир, у меня собрана коллекция почти вся. У меня блудный набор, у меня почти весь собран. У меня только маски не хватает, короче. А так у меня все есть и плащ. Вот его сейчас все на мне, это надето. А как ты вся это коллекция, понимаешь? В смысле, как я что понимаю? Что вот она надела где-то, еще? Да. Ну, смотри, а, вот, не по цвету, допустим, она у тебя... Не-не-не, они у тебя написаны, как название. Название «Блудные перчатки», например. Вот у тебя, сейчас я зайду, «Открытый мир». Самое последнее у тебя там. У тебя она называется... Блин, какие названия? «Мимикрирующие перчатки спасателя». И да их в инвентаре... Ну, значит, помочь? Ты их разобрал просто, наверное. Рукавицы, полевая броня. Ненавижу кабал. Тебе, а ты можешь ее получить? Она у тебя не сереньким горит, а подсвечивается, да? То, что у меня сереньким горит рукавица спутанной паутины. Блин, у меня друг пишет, то, что он тоже на Марсе горит. Может, его тоже пригласить боевой этот? Пригласи, да. Не знаю. Иногда Распутин может капризничать. Побегает. Но беспокоиться не стоит. Он просто хочет сейчас нам помочь. Его приглашу, наверное, в боевую группу. Ладно, что, надо слетать нам на это. Не на Марс, а на это. На Землю. Что, Дев... я его приглашаю? Ну да, к Деврему Кею надо. Распутин предвидел твое возвращение. Список. Где он у меня? ДЛК. Пригласить в боевую группу. Ненавижу кабал. За то, что они считают, будто им все можно. Но им не удастся. Вот типа на мне броник этот весь. Почти весь, кроме шлема. Деврюм Кей, ты говоришь, она на где? На земле? В церкви, да, на земле. Пробейская мертвая земля. В церкви ферма. Торговец оружием. Есть новости. ДЛК присоединился к вашей боевой группе. Все, можешь начинать. А где это? Где церковь-то? Куда это? Что тут? Озеро теней? Пункты назначения. Земля. Трослинд? Да. И вот видишь, да? Деврим Кей есть разведчик в мертвой зоне. Не вижу вообще. Как? Ну, может, у тебя у него просто задание висит какое-нибудь. Я не знаю, тут какое-то дебильное это. У кого-то шучу. Показываются имена, у кого-то, короче, не... в башне, например, не показываются почему-то имена. Хотя ну, там ладно. У каждого персонажа Трошлет есть тогда имя. Пойдем. Да, туда и надо. Че у него там корабль-то с нами появился, нет? Да, вон третий, сзади. Угу. А у вас у всех стандартные, это я только один нашел. Да блин, у меня еще. Да ё-моё, ну можно мне русский язык, пожалуйста? Сейчас вот к Деврему Кею зайдем, и там можно что-нибудь куда-нибудь сходить, уже выполнить что-нибудь задание. Как другой корабль получить? А как в чат-то написать Enter? Да, Enter, да. Сейчас. Я выбил из компании. И у меня вообще два, у меня сейчас даже получается три корабля стандартный, который сейчас как у вас, еще один и вот этот. Их просто вот так вот типа миссии всякие разные проходишь, и там вообще все шмотки рандомно выпадают, кроме экзотических походу. Экзотические там миссии что ли какие-то лютые надо выполнять, там такие сложные миссии. Да блин, Кейт, где он? Ты можешь сейчас как-то я подсветить прилетел это? Почти. Ну я не знаю, типа, можно. У тебя будет показываться, допустим, если я метку поставлю на карте. Попробуй, я не знаю. Карта.
Карта, 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 карта. Вот я на него нажал, Devrim Key. Вот он рядом, да, здесь? Да. А у меня это новый рубеж, исследовать ЕМЗ поручение. А, ну вот сейчас подойду. Он сверху сейчас. Где он? Сверху. Офигеть, блин, спрятан. Так они, он у тебя на карте должен быть. У меня они есть все на карте, вот он стоит. Ты что-то ищешь? У меня, кстати, может у него репутация есть. Тут, короче, отлично. Да, у меня 62 репутации. Повысить репутацию. Сейчас он мне какие-нибудь штучки, наверное, даст. Угу. Шейдер и... Какая-то пушка плазменная выпала. Можете иметь предметы на награды Devrim Key. Повысить репутацию. А у тебя модуль улучшения есть, материалы? А, вот. Да, я же говорю, у меня их 6 штук. А у меня 3. И я могу 6 раз броню прокачать. Только я пока вот не решился ее прокачивать. И, типа, у меня есть намного круче броники, но я пока в этом сете бегаю. А синтетик, собиратель, расходуемый материал. Есть у тебя легендарный в предметах? Можно получить в Гамбите Prime. Где это? Предметах. Шмотку вся там, смотри. А где эти предметы? Расходный материал? Так, или модификаторы или шейдеры? Синтетик собирателя у меня и пятерка мечей. Все легендарные. У тебя есть? Алло. Да-да-да. А где это? Чё, как называется? Предметы, расходный материал. А, вот, вот расходный материал. И какая, как модуль улучшения вот тут есть. Потом следующий у меня, ну, синтетик есть. Собирателя. И пятерка мечей. Все фиолетовое. Не, а нету. Ну вот, ну, типа, значит... модуль улучшения, это понятное дело. Но здесь у всех разные. А, ты, может быть, просто нашел что-то, а я просто что-то не... Или я... Либо я это уже просто потратил. Ну, сейчас можно здесь что-нибудь на Марсе выполнить тогда. Земля. О, пойдем в озеро теней на лед.